Держись рядом со мной! У нас тут в последнее время всякий спрос шастает! Если нарвешься на патруль, могут быть проблемы! Ага, понял. Как говоришь, дешутское ополчение? Ты пойми, мне главное, что харчи дают. Если для этого надо ходить строем и говорить «Есть, сэр», мне несложно. И много вас тут? В этом лагере человек 100, может больше. Трудно сосчитать. А вот на базе народу гораздо больше. Ясно. А женщины там есть? Ну, насчет баб можешь особо не надеяться. Полковник сказал, чтоб никакого Понебратство! Да, вот этого. А так-то к нам принимают всех, и мужчин, и женщин. Полковнику главное, чтобы человек работал и приказы выполнял. Короче, ты меня не так понял. Я ищу группу людей, среди них женщина. Это знакомые мои. Год назад вместе в дороге были. Они ехали со стороны Сильвер Лейк. И по идее должны были остановиться в одном из лагерей беженцев. Сильвер Лейк? Чё-то ты путаешь. Там уж год как ни одной живой души. Ну, может, не год, может, больше. Тут хрен уследишь-то за временем. В общем, я чё спрашиваю, не могли они у вас оказаться? В смысле, вы из лагерей Неро никаких беженцев не подбирали? Ну, могли. Я говорю, у нас большая армия. Спроси капитана, он сюда ехал через Солончаки, может, он знает. Капитана? Да, Коури, он командует лагерем Diamond Lake. Скоро там будем. Мы на месте. Это капрал Рассел, открывайте! Доложи. Он был у нас уже в руках, байк его нашли, еще дымился. Но упустили, да? Нет, сэр. То есть, да, упустили. На нас там шатун попер. А Малинс и Флорес? Флорес погиб, капитан. Малинс сторожит. Понял, капрал. Бери горючее, гони к Малинсу, что делать знаешь. Да, да, сэр. Это, если б не он, мы бы все там полегли. Я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег, сэр. Капрал, давай вали отсюда. А ты у нас? Дикон Сент-Джон. Капитан Дерри Коури. Что-то не так? Не, все нормально. Я просто как-то устал, уже много дней в седле. Этот Рассел сказал, вы берете людей? Записаться хочешь? Я думал осесть где-нибудь, да, лагерь найти. Что, возьмете? Идем. По запаху гнездо где-то рядом. Ah!
Вот они. Это здесь. Гнездо.